Власти Украины недовольны очередностью миротворческих визитов Антонио Гутерриша. Сегодня генсек ООН встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. И только потом, в четверг, приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний назвал такой маршрут нелогичным. Трупов на Кутузовском проспекте нет. Что он хочет там увидеть? Задавался вопросом Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро. В дипломатической традиции давно принято, что нужно приезжать в Киев перед Москвой. Это большое разочарование, но это мы бы пережили. Хотя для него это дипломатическая ловушка. Наша просьба к нему не концентрироваться на широких вопросах, таких как полное и всеобъемлющее перемирие. Это важно, но мы видим, что Россия делает на поле боя. Оно просто невозможно. В первую очередь ему стоит сконцентрироваться на одном вопросе – эвакуации из Мариуполя. Один из крупнейших городов Украины, где до войны жили около 450 тысяч человек, почти полностью захвачен российской армией. Единственный оплот сопротивления – комбинат «Азовсталь», где вместе с украинскими военными укрываются около 1000 мирных жителей. Москва и Киев с прошлой недели пытаются договориться об открытии гуманитарного коридора для выхода с территории завода. Но пока переговоры не увенчались успехом. Стороны лишь обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.